Это надо просто один раз почувствовать, это надо просто сделать один раз. И вот это вот состояние любви, радости, когда ты первый раз испытываешь, это появляется состояние эйфории такое. Ощущение полета, ощущение счастья вот реально, что ли. Я не знаю, и потом ты не хочешь это состояние терять. И потом ты начинаешь его сохранять. Тебе говорят, сделай там то-то, делай то-то там. И ты просто идешь и делаешь. И причем эти все какие-то упражнения, они незатейливые, да, и кажется, что они не могут на твою жизнь никак повлиять. Но когда ты начинаешь их делать, ты замечаешь, что странным образом, странным стечением обстоятельств твоя жизнь просто поменялась. Этот процесс, он такой, его невозможно, наверное, завершить. Он постоянный. И потому что ты, если остановишься, тебя начнут скатывать. И мастерство заключается в том, чтобы вот это состояние именно сохранять. Любой человек может там путем медитации там, или там, физических усилий, да, вывести в себя в это состояние, даже через физкультуру, да, эндорфин выделится, и у тебя состояние эйфории и счастья. Но вопрос в том, насколько его хватит. И мастерство заключается в том, чтобы вот в этом состоянии постоянно находиться. Я не смогу сказать, что я постоянно в этом состоянии нахожусь, потому что меня тоже сносят, и тоже, ну, человек. Но вот эти состояния с каждым днем, они все на чуть-чуть, они становятся продолжительнее. Психологи делят эмоции положительные и отрицательные, там, или там, негативные. Да? И если вот от этого отходить, то даже за некоторые эмоции люди там вот идут споры, что это положительные эмоции или негативные эмоции. На самом деле все, что ты делаешь, это вот любовь и страх. И вот страх, и потом внизу под ним эго, и вот пошло, все идет от страха, да, вот то, что негативно. А все, что позитивно, идет из любви. И эго, оно находится вот именно под страхом. Эго, оно из-за страха, что кто-то лучше, кто-то умнее, богаче, оно всегда в сравнении. И поэтому эго, это, ну, такое, я так понимаю, что это основной урок мой, и, ну, я думаю, всех людей, наверное. Потому что если бы у нас не было эго, мы бы все вознеслись бы тут же, и мы бы не страдали, наверное, так.